В Ухтинскую 10-ю школу поступила первая партия оборудования для кванториума. Его собираются открыть на базе учебного учреждения уже 1 сентября. Ноутбуки с российским ПО, тележки для зарядки и хранения компьютеров, электронный микроскоп, интерактивная панель, а также высокоточные измерительные приборы, цифровые электронные весы и фотометр для измерения длины волн в различных средах. И это только первая партия начинки будущего кванториума, на которую потратили около 4,5 миллионов рублей. Все оборудование для современного образовательного пространства обойдется в 21 миллион рублей. Ученики 10-х и 11-х классов, которые принимали участие в разработке проекта кванториума совместно с педагогами и специалистами управления образования, сейчас помогают наставникам подключить, настроить оборудование и разобраться в его работе. Микроскоп имеет 3 степени подсветки снизу, сверху и оба света сразу. Также есть возможность передачи визуального изображения на компьютер. Школа номер 10 активно следует за современными веяниями в образовательной сфере. С 2015 года здесь реализуют инженерно-технические направления. Кванториум – следующая ступень развития. Современное оснащение кванториума поможет вывести изучение технических и естественных наук на принципиально новый уровень, сделает уроки более наглядными и поможет лучше подготовиться к выпускным экзаменам, а значит и приблизиться к заветной сотне баллов на ЕГЭ.